Дайте мне, я сделаю все, что я хочу. Дайте, разрешите. И я думаю, я сделаю. Все, что происходит в жизни, все нас окружает. Все бывает нельзя, не надо и так далее. Но я верю в Лидовича, который разрешает, и не только разрешает, помогает, делает. Но я очень благодарен нашим друзьям, грекам, которые приехали. Я так рад за них. Они так играют, как Венера Сергеевна сказала: слушай, они нас переиграли. Здравствуйте! Я как художественный руководитель Национального греческого театра буду говорить по-русски. Значит, бывают талантливые работы, но бывают и талантливые моменты. Я считаю, что это талантливый момент, когда мы соединились, и мы сделали такой настоящий, мне кажется, живой эксперимент. На почве древней трагедии мы соединили два театра. Мой очень тесный, хороший сотрудник Теодор Авазис написал эту музыку и сделал эту всю работу с хором. И Римас сделал всю эту работу с Софоклом и со всей пьесой. Мы попробовали убедить всех, что такой почти полусумасшедший эксперимент возможен. Для меня двойная честь, потому что я считаю, что Россия – это моя вторая родина. Я сам учился в ГИТИСе, и мне очень повезло, что я смог соединить эти два театра, и что у нас сегодня такой результат, что мы все гордимся. Спасибо Вахтангу Кинеатру, спасибо Рима. Таким театром приятно смотреть и в 21-й, и 22-й век. Страшно даже стало. Подключили какой-то элемент трагизма, стал появился. Замечательный спектакль, мы его еще увидим на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Специально Вахтанговский театр при поддержке наших друзей-греков привезут этот спектакль в Санкт-Петербург, культурную столицу. И мы все еще будем иметь возможность насладиться этим замечательным коллективом российско-греческой постановки. Я хочу пожелать всему коллективу, всей группе Вахтанговского театра больших успехов. Вот там царь Эдип в короне, коронованный. И я хочу пожелать здоровья многих лет и как можно больше премьер на нас. Меня не уходите? Нет. Поздравляем всех вас, дорогие друзья, с таким замечательным праздником и также с такой великолепным спектаклем, который мы только что видели. Я много раз вспоминала во время вашего представления и тех людей, которые на этих подмостках выступали, я имею в виду и Яковлева, и Галину, и многих других, которые сейчас не с нами. Но я хочу вас уверять, режиссером Римасом Туминасом вы уже давным-давно вышли на мировую сцену. Это стало гордость не только Москвы, но это стало и гордость России. Спасибо театру, спасибо маэстро, и пригласите официально этот театр в Италию. В Италии, к сожалению, таких театров сейчас нет. Ура!